sa akin karon. Departure is 7:55. So may sulod. Sila yung mga order. Kung kuhan mo rin yung coffee, sila yung mga baligya. So, first Filipino travel with a Russian train. So, nilang mga cabin. Nilang compartment. So, namin na yung nabilong sa compartment 2. Nani sa side. Sa last compartment. Manila niya ang CR. So, mga yung CR niya. Gikan pa niya sa tawag na sa Moscow. Muna ang train among sakyan karon. Time now is 7:45. Napay 10 remaining. I mean 7:42 Saturday. Здравствуйте. А этот поезд, да? Только из Расов, не будет остановка, да? Я думаю, что будут какие-то остановки. А. Но я не знаю где. Но мне кажется, что будут. А, будет. Или в другой город. А, и сначала это Минск, еще и потом Брест. Да. А, все, спасибо. Точно так. Ну, вы лучше уточните у проводника. А, проводника. Я вам точно не скажу. Я-то сам в Брест еду. Здравствуйте. А если, например, есть свободное место, мы тут можно? Потому здесь... что там женщина спит, мы не хотим. Я вас прекрасно понимаю. В этом вагоне свободных мест не будет. А, это будет все полные, да? Да. А когда будет полное, например? Что сколько тогда? Сколько остановка остановитесь? Вы имеете в виду, когда он будет пустой? Ну что? Все здесь по электронке, все до Бреста едут. И свободного купе никогда не будет. Сегодня такой день, суббота. А это когда суббота, все полные, да? Да. Подойдите к начальнику, может он вам что-то... Я думаю, вряд ли, потому что ну, сегодня такой день. А как будет остановки потом, да? Какой город будет остановка? Там расписание есть, можете посмотреть. Билюк туда, ю, билюк. Я не знаю, там мне остановка. So hello guys, karon it's time to depart from Minsk, Moniela, Patzal or train station. So goodbye for now. Hello. Hello. okay. Let's go. Место. So hello guys, nandito pa rin naman sa train order ng coffee. Kasi na may coffee yun eh. Ginada coffee. Yes. Nakapalo sa coffee yun eh. So happy na ta. Gikan gar mo arrive sa Brest. Within 1 hour. Dito mo na yung Russian train. Train na gano'n eh. So, we're gonna have coffee.
Банглиня. Суан. Это будет дальше, надо другой, другую страну, или здесь нет, только страну? Это все конечная станция. А, из конца это, да? Дальше больше, туда пока поезда не ходят. А, поэтому нельзя, да? Ну, вообще, это Брест-Санкт-Петербург, как бы. Санкт-Петербург. Он, да. Дальше никак не ездит. Спасибо.